Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспром» на стихи, найденные в интернете, стихи Оксаны Гори. Композиция называется «Засос», музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Стол накрыт, завтрак на пару персон. Чего стоишь, садись, раз пришел. Крылья свои снимай, бежи в прихожей на крюк. Масло и джем, лик твой светил и глух. Как же долго ждала пришествия, милый мой, как извелась, прожгла сигареты скатерть теплом, горький парфюм шварши, вместо халата до пиар, вкус шоколада в груди, кошка лосится взгляд мой тревоженный тих. Губы ласкают рот. Слышно, как ухо жужжит, бьется пустое стекло. Море невинно шум бризом ударит в нос. Я не живу, не дышу, вижу на шее засос. Взгляд мой тревожен и тих, губы ласкают рот. Слышно, как ухо жужжит, бьется пустое стекло. Море не видно, шум бризом ударит в нос. Я не живу, не дышу, вижу на шее засос. Кто на этом, Адам, что сердце пленило твое? Хуже меня, мила, сердце опять ушло, но мое на взрыв рвется на семь частей. Плачет, болит, скорбит, нежный родной Ешпей. Кто на этого дам, чье сердце пленило твое? Хуже меня, мила, сердце опять ушло, но мое на взрыв рвется на семь частей. Плачет, болит, скорбит нежный родной Ешпей. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт», «Засос». Стихи Оксаны Гори. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия».